Глава мусульманской общины опроверг распространенную некоторыми СМИ информацию о том, что мусульмане города будут судиться за право носить религиозную одежду в школах. Напомним, на заседании правительства Михаил Мень отметил, что пока он губернатор, школьная форма будет деловой и светской. Никаких хиджабов девочки носить не будут. В интернете немедленно разошлись данные о том, что мусульмане недовольны. Фиорит Ляпин возмущен искажением фактов и утверждает, что община принимает мнение губернатора и не будет оспаривать решение в каком-либо суде. Не будет волнения, ничего, потому что, тем более, вот, кажется, сегодня отправили во все многие средства информации наше заявление пресс-службы, наше видение. Вот. Так что и находить компромисс, искать, не так раздувать, как это раздули в средствах массовой информации, особенно в интернете.